здравствуйте. Дабы придать полноты и ясности картине по оформлению особо ценных для Самары природных территорий, которые срочно и в обязательном порядке надо уже признавать и оформлять в качестве и особо охраняемых, хочу озвучить информацию, которая загодя может опрокинуть любимые доводы чиновников, оправдывающих все затяжки и невозможность якобы того, что сделать это быстро и в полном объеме не представляется возможным насчет того, что вот якобы же, опять же, времена тяжелые, денег в бюджете на эти цели не хватает. Но вот конкретно эта ситуация замечательна именно тем, что значительная и по объемам, и по финансовым затратам часть работ уже давно выполнена. Территории, которые нужно особо охранять, давно выявлены, определены и проработаны настолько, что по ним уже даже соответствующие экологические паспорта составлены аттестованной организацией. То есть вот как раз вся вот эта самая трудная, емкая, рутинная работа проделана. Осталось только поставить финальную точку в виде политического решения. Но чиновники почему-то предпочитают не замечать проблему и никак не обозначать ее актуальность. Хотя такое отношение во многом причина не только того, что рекреационные территории у нас в городе захватываются, уничтожаются, но и просто находятся в отвратительном состоянии и по экологическим, и по санитарным бытовым нормам. Я оспариваю в данном случае в суде тот факт, что администрация города и другие ведомства, в частности Министерство лесного хозяйства и охраны окружающей среды, допускает вот такие упущения, как отсутствие кадастра учета на все объекты, особо охраняемые города Самары, которые выявила и определила соответствующими экологическими паспортами в свое время, в 2000 году, Институт ВолгоНИИ Гипрозем. Чем подтверждается, что это особо охраняемое, да, что это особо значимое? Это подтверждается вот этим документом «Волгипрозем». Uh-huh. Это подтверждается списком соответствующим списком, как продолжение вот этого вот центрального по установке. Да. Вот, оно выполнено по заданию правительства Российской Федерации, подписано Черномырдином еще в 96-98 годах. Вот это весь список. 53 объекта особо охраняемые по городу Самара только лишь. А сейчас они без этого статуса? Они сейчас без этого статуса. Более того, они не подвержены ни охране, ни финансовому обеспечению по уходу и порядку в этих 53 объектах. Эти 53 объекта находятся во всех районах города Самары. Кировский район, Красноглинский, Куйбышевский район, Ленинский район, Октябрьский район, Промышленный район, значит, Советский район и Волжский район. Сюда входят и леса, и парковые территории, и водные объекты. То есть озера, пруды городские. Совершенно верно, да. Вот. Паспорта, вот как раз, вот мы сейчас выделили только часть паспортов, но фактически паспорта на все объекты есть. Вот в данном случае Центральный парк имени отдыха и культуры, да? Наш загородный парк, паспорт, все прочее. Его на кадастровом учете по сей день нет. Нормально. 53 объекта, то есть 53 парка, озера или рощи с конца 90-х годов в документации по ним разработаны и лежит себе пылиться, в то время как то тут от парка кусок отхватит, то там сквер под застройку передадут. Значит, кого-то во власти это, наверное, устраивает. А что, ведь по документам-то это же не относится к особо, подчеркиваю, особо охраняемым территориям Самары. А у нас что человек, что парк для чиновника, все едино. Без бумажки ты букашка. Нет охранного статуса, значит, ничего страшного, если территория уйдет под освоение и застройку. А то, что охранного статуса нет именно из-за халатного бездействия тупых, а то, может быть, и сознательного саботажа шибко умных и очень заинтересованных чиновников, ну так все это могут умом понимать. Но вот по этому поводу тогда нужны жесткие меры воздействия на них. Нужно, чтобы подключились начальство рангом повыше, чтобы или волшебных пенделей не стеснялись раздавать, вот чтобы слуги народа не забывали работать на народ, либо разгонять этих деятелей и ставить на должности тех, кто может и хочет работать нормально. Ну потому что по сравнению с риском потерять остающиеся еще пока в городе леса и парки, чиновники, да не бог весть какая ценность для Самары.